Всем привет, народ, с вами Black Market, и сегодня у нас 22 декабря, и я хочу проинвестировать $50 в развивающую криптоигру, называется она Unicorn Go, вот так она выглядит, я уже делал по ней обзор, так, вот он, 2 дня назад, и сегодня хочу показать, как здесь пополнять баланс и играть и развиваться. Это у нас игра про единорогов. Давайте я вкратце расскажу, как играть, чтобы у вас было уже представление о проекте. Вы покупаете, продаете единорогов на рынке, разводите редких и сильных единорогов. Потом участвуете в турнирах, производите внутриигровые активы и можете стать частью кланов и получать звания. Получается, народ, в игре есть внутриигровая валюта. Это у нас кэнди, основная игровая валюта, которую я сегодня буду покупать. Также мега кэнди используется для сокращения времени, необходимого для восстановления единорогов после разведения турниров. Ее нельзя купить, только вырасти. И также земля используется для выращивания волшебных кэнди трис и производства мега кэнди. У этого проекта есть свой форум, вы здесь можете поучаствовать, зайти на него, все посмотреть, ознакомиться. Здесь работают реальные люди, которые продвигают проект. Я думаю, это будущее, то есть криптовалюта. Можно здесь неплохо так заработать. Еще, народ, сайт переведен из языков, так что инвесторы будут с разных стран и проект будет развиваться еще быстрее. Ну все, народ, давайте я покажу, как здесь пополнять баланс. Нажимаем «Давай поиграем». Все, переходим. Я сегодня буду покупать 50 кэнди вот этих за $50. Также можете купить поменьше и побольше. Если будете покупать от 250, вам еще дадут единорога в подарок. Итак, чтобы купить кэнди, для начала вам нужно установить расширение в свой браузер. Называется оно GoETZ, либо MetaMask. Я установил себе Google Chrome. Ссылочка на него будет в описании. Потом вы нажимаете «Войти». Все, я вошел. Теперь нажимаем «Sign». Так, все, я в аккаунте. Все, теперь нажимаем «Купить». Отлично. Перебросил нас на оплату. Теперь мы выбираем валюту, за которую мы хотим приобрести. Здесь различные криптовалюты. Вы можете это посмотреть. Очень удобно сделано. Так, нажимаем play. Все, у нас открылось такое окошечко. Здесь код. Вы можете через код оплатить, либо отправить на номер УТС кошелька. Давайте это сделаем. Копируем его. Теперь переходим в кошелечек мой. Нажимаем перевести. Выбираем биткоин. Вводим адрес свой. И сумму обязательно точную. Тоже копируем здесь. Окей, вбиваем. Все, внимательно проверьте и нажимаем перевести. Перевод успешно выполнен и теперь надо подождать. Так, мы видим, что перевод ушел и скоро он полностью подтвердится. И теперь, ребят, давайте дождемся, как мне придет денежка и я буду покупать своих первых единорогов. A few moments later. Так, народ, прошло всего пару минут, и кэнди поступили на мой счет. Давайте перейдем в кошелечек. Видим, что выполнена транзакция. Биткоин ушел. Все, и теперь, наконец, я куплю своего первого единорога, который будет приносить мне прибыль. Вот здесь единорог дня есть. Он какой-то топовый. У меня, конечно, столько не хватит. У меня есть 3050 кэнди. Давайте выберем единорожика. Они все отличаются. У них разная сила. Получается защита, магия. Так. Этих единорогов также можно прокачивать вот здесь вот. Заходим купить йен. Здесь вы можете прокачивать. Так, ребята, я наконец-то выбрал себе единорогов. Первого вот этого. Нажимаем купить. Так. Все, подтверждаем. Отлично. А вот и второго я себе нашел единорога, которого буду покупать. Так, нажимаем купить. Купить за кэнди коин. Так, купить. Отлично. Ну что, народ, все, я приобрел своих первых двух единорогов. Давайте зайдем в мои. Вот так они выглядят. Здесь вы можете их продать. Также поставить на спаривание. Заходим. Здесь все вбиваем, подтверждаем транзакцию. У меня еще осталось 139 кэнди. В следующих обзорах я покажу, как здесь играть.
потом как их модифицировать, расскажу про земли, про биржу, здесь вы можете продавать кэнди, скоро будут кланы, можно будет биться, так что ссылка на эту перспективную игру будет в описании, смотрите, регистрируйтесь, пополняйте и зарабатывайте вместе со мной. Всем удачи и всем профита!